Ребята, всем привет! Мы сегодня будем играть в Гренни. И Грен там, как вы уже поняли, давайте быстрее начинать, а то время зря потратим. Так, заходим. Итак, мы сегодня будем убегать через верх. Надеюсь, это у нас получится. Поддержите меня подпиской и лайком, пожалуйста, мне так будет легче. Так, идем, значит, мы, как вы думаете, мы уже лоб дошли. Вот. Итак, нам нужно открыть ящик и посмотреть, что там. Вдруг там шокер. Есть, а тут шокер. Ура, нам очень сильно повезло. Нужно, а теперь нужно бабку с деткой ждать. Ну и где же вы там? Ой, дедок, а почему ты вниз не идешь-то? Бабулька, давай, 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 иди сюда, мы сейчас тебя вырубим и будем без вас играть. Давай, давай, бабуля, сюда. Давайте. Опа, стрельнули, был молодцы, а теперь мы будем детка ждать. Опа, все, полежи, отдохни. Так, давайте посмотрим. Нет там на горизонте. А, сдох, идиот. Чё он такой медленный стал? Чё, постарел, что ли? Ладно, давайте у них ключ. Дай пройти. Какой ты жирный, потолстел. Дедок, конечно же, да. Такой вот, уже... Наелся, наверное, бабушка закормила его, наверное, пирожками. Есть, а тут у нас щипчики, они нам пригодятся. У нас почти все, да, иди, да. Почти, практически. Так, тут у нас картина. Так, открываем дверь. Замечательно, тут у нас ключик от сейфа. Так, что тут здесь? Тут ничего нету. Так, главное, чтобы не упасть, просто это будет плохо, когда... Так, теперь нам нужны сейчас щипчики, вот. Давайте посмотрим, что в этом ящике лежит. А тут от арбалеты, это просто замечательно. Главное, чтобы у нас все получилось. А то будет... Если у нас все получится, и вы поставите лайк, будет очень круто. Я буду вам благодарна. Так, идем за... щипчиками. Надеюсь, бабка с деткой уже не проснулись. Просто они уже должны проснуться. Надеюсь, не проснулись еще. Так, отрезаем. Дальше мы заходим сюда и смотрим по видеокамерам, где же бабка с деткой. Сейчас мы перемотаем. Итак, мы посмотрели по видеокамерам, они пока еще не проснулись. Это хорошо. Так, дальше, что у нас тут лежит? Тут у нас руль, но он нам не нужен. Так, дальше тут, как всегда, практически ничего не лежит. Потому что тут и всегда ничего не лежит. Ну, даже не знаю. Ой! Как ты? Что ты там делаешь? Ну, чтобы он нас не убил. Что он услышал, как падут? Сейчас мы посмотрим. Надо его вырубить как-то. И бабку в том числе. А, бабка! Трэш, надо быстро от арбалета взять. Арбалет нужно взять. Так, берем. Арбалет. Так, смотрим тут. Тут всегда ничего нет. Давай, открывайся быстрее. Давай, давай, давай. Давай. Оп. Так, мы пока посмотрим. Так, тут ничего нету. Так, залезаем. Так, да больше он не понадобится. И сейчас мы их опять вырубим. Так.
Бабуль, дедуль, приходите, что вы какие глухие? Сейчас бы их вырубим. Бабуля, дедуля, вы где застряли? Вы уже проснулись? Как так? Пипец, я сейчас пропущу. Итак, вы уже очнулись? Вот, я просто пропустила, чтобы время немного не затягивать. Так что давайте дальше, быстрее, пошлите, пошлите. За арбалетом или за шокером, за арбалетом лучше. А то так будет лучше. Так. Дедок. Отдохни! Вот это полет! На тот и полет. Так, теперь нужно бабку. Бабуль, ты тоже отдохни. Полетай! Вот это полет! Бабуль, ты молодец! А теперь дай пройти, да? Нам нужно пройти, так что... Теперь нам нужно идти наверх. Берись ты уже. Так. Так, тут у нас... А, мы уже смотрели кухню, просто уже забыла. Так, теперь нам нужно наверх подняться. Ну, сейчас все увидите. Там, короче... Ну, я забыла, короче. Так, тут у нас не надо. Так, сюда заходим. И мы прицеливаемся. Стреляем, и еще раз стреляем. Чтобы для бабки с деткой хватило. Все. Теперь берем щипчики и... Вот, да блин! Чё они такие не берущие-то? Наверное, так бабка с деткой их смазали, что они не берутся, а тут у нас синенький ключик. Теперь надо его вниз кинуть. Так. Оп. Оп. Так. Бросаем его вниз. Он от двери у нас. И берем арбалет и заряжаем его. На всякий случай, а то буду ходить с арбалетом, а уже бабка с деткой очнулись. Чем я их вырублю? Так, мы сейчас вот так вот положим. Оп. И пошлите открывать дверку. Так, идем, идем, идем. Нам еще нужен лом, ручку вставить. Ну, короче, увидите. Так, мы делаем вот так вот. И да, все получилось. Так. Теперь нам нужно лом, чтобы доски отодрать и пойти наверх. Так. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы пройдем. Нам осталось ручку ставить и вот эту штуку открыть. Решетку, что ли, я забыла. Вот, и все. И мы выберемся. Потому что вы меня поддерживаете лайком. Так. А тут у нас от этой решетки. Это же просто замечательно. Так, главное быть аккуратной, потому что там детка может проснуться. Или кто? Ладно, пошлите лучше через лесенку. Потому что мало ли кто там будет. Может, они уже очнулись? Ну, я же не знаю их. Вдруг они меня где-то поджидают. Они же, я же не знаю, как они тут. Нам осталось найти всего лишь ручку. Так. Ой, дедок. А, бабка, быстрее нужно шокер взять. Шокер, шокер. Оп-оп. Шокер. Фух, это хорошо, что я успела. Бабуль, дед, баба. Мы сейчас их вырубим. Это хорошо, что я тут шокер оставила, конечно же. Чтобы... Я же сказала, они появятся где угодно. Как так? Как дедок такой мощный? Вот это да, я себе не представляю. Сейчас я перемотаю, чтобы быстро было. Итак, ребята, мы их вырубили. И сейчас мы пойдем за сейфом. Откроем сейф. Так, берись, ключик, что не берутся эти предметы. Бесит, вот скажите, бесит, когда не берутся предметы. Вот да, я вот вам говорю. Есть, а тут ручка, мы сейчас выруби. То есть, уйдем из дома. Дедуль, бабуль, пока!
Ребята, спасибо вам за лайк и за подписку. Я просто старалась и проходила эту игру для вас. Поставьте лайк и подпишитесь. Всем пока!